будет здесь? Да. Что там? Это планшет едет. Ну, пусть едет. А он наверху. Ну и пусть едет. Что едет, то едет. Чуть больше 90, это не страшно. До сотни можно ехать без проблем. Там уже не ошибешься. Считал дядя. Дальний. Сейчас бы в лоб нам хряпнул. Хорошо тут у нас. И видим мы его хорошо, видимость хорошая, и это самое. Есть дорога, это обочина, даже съехать можно. Так-то не разъедешься. Все равно он вильнул перед самым этим, впереди. Да? Что шел там этот... Ой, грузовичок. Грузовичок тот. Он перед ним близко маханул. Подрезал на. Ну да. И чайник, и у. А что это чайник и у? Ученик и чайник. Не знаю. Ну это старый знак У. Зараза какая. Сигнал. Да. Уже сигнал. Теперь будет ехать 60 километров, что ли, блин? А вон впереди моргает этот, ему затормозил, вот ушел этот. Этот ему мешал, видишь? Он ехал тихо и свернул к заправке. Гад. Он ему помешал. И сейчас он сам уходит. Обгонять его не стал. А, едет дама и трындит по телефону. Понятно. Как им надо по телефону разговаривать? Ну как? Скажи спасибо, что она не трындит по телефону, не подкрашивает себе губки, блин, и не это самое, ногтики не пилит, блин. Ну так она... Слава Богу. Да, только трындит. Да. А то бы могла и руль бросить по телефону, говорить, и губы накрасить, в зеркало смотреть.